Всем привет! Сейчас 7:40 утра. Как видите, я опять в машине. Это значит, что я опять куда-то приехал. Сейчас я нахожусь в Сколково. И если вы заметили, то последние несколько, сколько там, 2-3 недели я был довольно растерян на видео, посвященных отдыху и дням растяжки. Все потому, что мои мысли были заняты совсем другим. Я готовился к выступлению. Сегодня здесь состоится всероссийский слет социальных предпринимателей. И на открытии, после открытия официального, будет выступление пары-тройки человек, и я один из них. То есть я буду выступать перед огромной аудиторией, где там предприниматели, владельцы крупного бизнеса, представители государства, власти регионов, кого там только не будет. И я буду рассказывать им про воркаут, о чем бы вы думали еще. Поэтому последние 3 недели были потрачены на подготовку, я надеюсь, продуктивно. Но, тем не менее, конечно, эта мысль моя отвлекала. Вот. Сейчас 7:40, я лег, проснулся в 6, лег где-то в 2 с чем-то, я дико... Дико на адреналине, спать не хочется. Поэтому сами выступления будут в 10, то есть еще через 2,5 часа. Просто в 8 мы собираемся, чтобы прогнать репетицию финальную, посмотреть, как все будет на сцене. Я думаю, что пора двигать и посмотрим, как выглядит Сколково изнутри. Парковка, кстати, стоит 100 рублей в час. И это как-то много. Прошлый раз один будет. А, черт. У кого какие идеи, поднимитесь на первый этаж. Я поднялся на первый этаж, дальше-то куда? Школа ректоров. Сейчас наберем кому-нибудь. Я нашел еще одного человека. А? Я же видеоблогер. Просто людям интересно, нафига я в 7 утра в Сколково, в пустом Сколково. Посмотреть. Что бывает. Не в пустом. Ну да, почти в пустом. Я так рад не стал, наверное, уже год. Вот это, да, вот это? Ну, там вход. Ага. Внизу регистрация, там может это тоже может быть. По мне туда. Я просто с другой лестницы поднялся. Ладно. Прикольная идея. Иллюстрации картины Малевича. Зацените. Привет. Нормально. До начала остается еще примерно час. Я уже устал ждать очень сильно. Просто на всех таких мероприятиях самое скучное – это ждать. А когда ждать приходится по 3-4 часа, это, ну, очень скучно. Ну, помещение здесь, конечно, огромное и просторное, это да, это факт. Чем-то напомнило, знаете мне что? Чем-то напомнило... Блин, я не помню название телеканала, для которого я снимался, но, короче, вот у них похоже. У них похоже.
эксперт. Мне еще дали какую-то прикольные шняшки. Много прикольных шняшек. За что я люблю подобные мероприятия. За бесплатные блокнотики. Прям радуют они меня. В общем и целом, народ начинает потихоньку собираться. Мы прогнали уже репетицию разок. И скоро все начнется. Выступление приглашаю Станина предпринимателя Кучуму Антона, который является координатором проекта Workout. В общем, судя по моим впечатлениям, прошло все неплохо. Несмотря на то, что в какой-то момент я поймал себя на мысли, что очень-очень много хожу взад-вперед. Ну, в целом, надеюсь, что получилось хорошее выступление. Вот, и вам оно понравилось. Ну, а сейчас я иду на воркшоп. Меня попросили сходить на тему «Успешный опыт взаимодействия социальных предпринимателей и крупного бизнеса». Ну, раз попросили, я иду на воркшоп. Сейчас я покажу, что делает этот человек. Очень крутые штуки делают. Сейчас. Он мне подарил одну штучку. Вот такие вот вещи. Видите? Добро неизбежно. Называется доброкарты. Вот так вот. Можете погуглить. Прикольная тема. А я пошел на Калининград на воркшоп. Ну и по заведенной традиции, разве я мог закончить сегодняшний день, не показав вам какую-нибудь площадочку для воркаута, для тренировок уличных? Мы сейчас находимся недалеко от Сколково, буквально вон оно там, через дорогу. Если сильно приблизить видео, то увидите. Сколково, 636. Мне очень не хватает моего шарфа, но мы уже почти пришли. Нет, площадка справа. Вот это я называю площадку чистят, а? Вот сразу видно, что Сколково рядом. Стандартные комплексы. Стандартные низкие переплатины. Комплекс с рукоходом. Брусья. Гнутые брусья. И три лавочки. Ну и, естественно, байда Ганнибала, куда без нее. Вот такая вот площадочка. Все, увидимся завтра, а то я тут мерзну. Пока-пока.